Добрый день, меня зовут Зарина Юрьевна, я врач-стоматолог, и в этом видео я расскажу, как защитить зубы от кариеса, десны от воспаления. Во все времена здоровые зубы и крепкие десны имели огромное значение в жизни людей. Древние врачеватели утверждали, что человек здоров, пока здоровы его зубы. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире у 70% детей и взрослых имеется кариес. Кариес и пародонтит – основные причины потери зубов. Учитывая высокую распространенность заболеваний полости рта, вполне понятно стремление современных стоматологов применить все существующие методы профилактики для предупреждения стоматологических заболеваний и снижения интенсивности их течения. Что же нужно делать, чтобы на зубах не появился кариес, а десны оставались крепкими и здоровыми? Первое и самое важное – это соблюдение ежедневной гигиены полости рта. Каждый день, утром и вечером, мы должны тщательно чистить зубы. При этом чистка должна быть максимально эффективной, чтобы после нее на зубах не осталось ни грамма налета. Налет должен быть убран со всех поверхностей зубов, пломб или коронок, если такие имеются. Для очистки межзубных промежутков применяйте зубную нить или ирригатор. Зубная щетка может быть как обычной мануальной, так и более прогрессивной, электрической или звуковой. Любой щеткой можно тщательно вычистить зубы, главное это делать правильно. Один раз в 3 месяца заменяйте щетку на новую. При соблюдении ежедневной гигиены пломбы долгое время остаются красивыми, с отполированным блеском, и по их периметру не появляется вторичный кариес. Если же на пломбах долго задерживается налет, пломба как губка впитывает его. Это приводит к окрашиванию пломб и нарушению их прилегания к тканям зуба. В таком случае срок службы пломб сокращается, и их чаще приходится заменять. Зубные пасты выбирайте с фтором не менее 1000 ppm. Такая зубная паста будет насыщать эмаль фторидами и делать зубы крепче и устойчивее к кариесу. Один раз в год необходимо проводить профессиональную чистку зубов и фторирование у врача-стоматолога. Профессиональная чистка – это комплексная процедура удаления мягких и твердых зубных отложений, избавиться от которых самостоятельно невозможно, даже при ежедневном тщательном уходе за зубами. Данная процедура позволяет найти и распознать начальный кариес, который не визуализировался ранее из-за налета. После чистки рекомендовано проводить процедуру фторирования – нанесение на зубы геля, содержащего ионы фтора. На очищенных зубах фтор наиболее эффективно проникает в эмаль и укрепляет ее. Второе, о чем хотелось бы сказать, это питание. Частые перекусы, употребление большого количества углеводов, газированных напитков, привычка разгрызать твердые сухари или леденцы, чередование холодной и горячей пищи повышают риск повреждения зубов. Если у вас неправильный прикус и зубы расположены очень плотно друг к другу, или у вас есть отсутствующие зубы, это тоже увеличивает риск возникновения заболеваний зубов и десен. Перегрузка зуба со временем может привести к рецессии десны и атрофии костной ткани. Поэтому своевременное выпрямление зубов и своевременное протезирование отсутствующих зубов также является профилактикой при заболеваниях зубов и десен. Если следовать всем этим рекомендациям, можно избежать лечения зубов и сохранить красивую и здоровую улыбку на долгие годы. Ведь лучше предупредить развитие заболевания, чем потом его лечить. С вами была Зарина Юрьевна. Очень рада, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!